Приветствую, ребята, я Рома DVD. Вы знаете наверняка, если смотрите мой канал, знаете мое мнение по игре Far Cry 3, по игре Far Cry 4. Я сейчас не буду высказывать свое мнение, просто скажу, что эта игра еще более убогая и унылая, чем Far Cry 3. Она еще более скучная в плане сюжета. Я понимаю, что шутер должен являться шутером и не претендовать на какой-то глубокий, там, интересный сюжет. Но дело в том, что... Дело в том, что это просто наискучнейший шутер, независимо от сюжета или нет. Да это даже не шутер, это... Тут просто нет врагов, кого стрелять на самом деле. То есть, захватив все аванпосты и все, больше убивать некого. Там осталась пара крепостей. На все остальное очень скучное, унылое, задания однообразные. То есть, да, конечно, можно побегать по карте, повыполнять вот эти вот задания, которые я не выполнял. Но задания однообразные. Если, допустим, в Fallout 3 и в Сталкере интересно брать побочные миссии, это интересно, действительно, допустим, то в Far Cry это скучно, убого и уныло абсолютно, то есть вообще никак не интересно. Побочные миссии все одинаковые, совершенно. Почему и скучно играть в этот шутер? Потому что нужно бежать тупо по сюжету, тогда еще хоть какая-то динамика будет. В противном случае, ну, разъеб игры, и свое мнение я выскажу, наверное, позже. А сейчас я просто вам хочу показать, как должен выглядеть настоящий Far Cry. Такие фишки должны быть в шутере для того, чтобы он стал номер один. Эджей, брат, такое в общем дело. Я искал последнюю статую. И тебя поймали, так? Вроде того. Я залез в грузовик, чтобы найти статую, но Бонго второй рано заложил взрывчатку. Я застрял, тачка едет, и спрыгнуть не могу, потому что не нашел статую. А если водитель остановится, то бум, трансформеры 8. Ты там сценарий пишешь? Чувак, дай моим Нео, ты же умеешь летать. Я знаю, где есть крутой мини-вертолет. Одежда и мотоцикл. Одежда и мотоцикл. Поняли, ребят, пасхалочку? А, это отсылка к Терминатору. Мне нужна твоя одежда и твой мотоцикл. Но также помните Хёрка. Хёрк был в третьей части. Он помогал... Я не помню, как там звали... главного героя, но уже не помню, потому что на самом деле шутер говенный, даже не шутер, так побегушки какие-то. Но там хотя бы был более-менее интересный сюжет, в отличие от... Ладно, я обещал не развивать игру сейчас, я оставлю свое мнение напоследок, когда все-таки пройду ее до конца. Возможно, она покажется мне все-таки более интересной, когда я выполнил уже захват всех этих аванпостов, и мне не остается ничего, кроме как... Ебаный, блядь! Ну-ка, включай свое говно-то! Эй, крыло, где? Лети, пиздюк, лети, мохнатый. Вот там будет стоять хуила, которого нужно будет снять. Отлично, прилетели. Ну все, на жопу приземлился, не хорошо. Нравится мне. Чуть очко не стер. Стой, где стоишь? Ах ты, пидор, как ты меня убил, сука? Там, оказывается, был второй, я его не заметил. Почему я его не заметил, я не знаю. Я нашел вертолет и лечу к тебе. Чувак, ты потрясающий. Статуи не нашел пока. И помни, грузовик не должен остановиться. Да, хорошо. Кстати, я попутно не собираю никакие вот письма, никакие хрень. Единственное, что дневник Махана Гейла мне достаточно интересен. Совершите убийство водителя с гирокоптера. То есть с этого дырчика нужно убить водилу. Понимаю, да? Отлично. Тут есть такая фишка, как автовождение, которое водится в тебя. Я ей не пользуюсь, потому что тогда вообще смысл игры теряется. Тогда вообще не интересуется играть, если даже водитель будет за тебя. Водитель говорит по мобиле и коридорит, хочет остановиться пожрать. Взорви лоток с едой. Что? Взрывай, не то он встанет. Его ж на хаке пробило. Ну что, ребят, сейчас я вам продемонстрирую, как... Как должен выглядеть настоящий шутер, интересно. Чтобы было не скучно в него играть. Чтобы было здорово, весело и забавно. Еще полетели? Что? Давай. Да, он все понял, братан, но зовет подмогу. Надо проверить дорогу, чтобы больше не беспокоиться. Вот так прыгаем с вертолета и захуяриваем этого мудака. Фух. Веселуха. Расскажи. Статуя у тебя? Не,
Нет, брат, веди давай. Короче говоря, помните, может быть, в GTA Vice City была такая миссия, где нужно было ездить на лимузине, и нельзя было ни в коем случае останавливаться. А здесь такая же миссия, здесь нельзя останавливаться, иначе Херб подохнет. Короче, грубо говоря, грузовик взорвется или что-то вроде того. Поэтому нужно постоянно держать людей на максимальную скорость, стараться, в общем, да? Чтобы не обосраться. Эти педрилы пошли нахуй. Осторожнее! Ха-ха-ха, лобовуха. Так, отлично. Пока что идем. Кстати, вождение в игре реализовано великолепно. Я думаю, что многим создателям гоночек стоило бы поучиться. Вот у кого, да? Здесь вождение реализовано просто шикарно. Ведь из кабины все как надо. То есть ничего не мешает. Ничего. О, отличный разъем. Ой. Будь проклят тут день, когда я впервые сел за воронку этого пылесоса, блядь! Нихера себе, я чуть не остановился. Из-за того, что ебался блок, но нет. Пронесло, так сказать. Нашли нахуй. Отлично. Ну, тут, в принципе, уже недалеко, 200 метров осталось до финальной точки. До конца этой миссии. Я не знаю, чем она заканчивается, потому что я, говорю еще раз, я вышел, чтобы заснять видео. Так. Бабах. Передавил этих собак. В тот раз Хёрк сказал, что он теперь знает, как делается молоко и не будет пить его. Потому что я коров передавил, там, яков каких-то. Ну что ж. Надавили молочка. Ой, блядь. Так, газу, братан! Ёб твою мать, куда я приехал-то? Ой, господи, боже мой. А-а-а. Вот это жопа, да, ребята? Представляете, какой драйв? Газку прибавь, что ли? Слоняра. О, грузовик горит, все, пиздец, приехали. Так, газу, братан! Да-да, я знаю, ребята, я дико зафейлил сейчас. Это все потому, что я прыгнул сверху на машине. Такая интересная музычка, регги играет на фоне. Что-то вроде регги, по крайней мере, похоже на коровы. Яки-хуяки. Я умнее, потому что там как раз я и прыгал со скалы, так сказать, блять, слоняров, которого лучше не врезаться. А вот у него лучше не врезаться. Естественно, блять. Нож грузовик на жопу натянет. И мало не покажется. Так, ну что, я несусь дальше на грузовичке, нашпигованном взрывчаткой, которую нельзя останавливать. На самом деле я не знаю, что планирует предпринять Хёрк для того, чтобы. Он спрыгнуть не может. Интересно, почему? Вон река, прыгай, блядь. Так, газу, братан. Да, нашел. Прыгай. Все, конец миссии. Да, миссия закончена. Отлично. Я всех перебил, и чё? Познакомьтесь с Хёрком. Но это херня на самом деле, потому что с Хёрком-то я уже знаком, по сути. Я за Хёрка, для Хёрка я здесь уже выполнял миссию. Даже не одну, по-моему, а две. И почему я должен с ним знакомиться, когда с ним уже знаком? Непонятно. Чувачела, я, короче, нашел третью статую. И теперь обезьяний бог должен нас простить. Слышь меня, обезьяний бог? Нас? Ага, тату-братья всегда вместе. Почему ты так меня зовешь? Это еще с третьей части, ребята, тату-братья. Нет у меня никаких тату. Кровные узы, чел, у меня есть татуха. Точно, Джейсон был. С третьей части главный герой был Джейсон. Я и Аджай, ты и Джей. Второе круче, отпад! Аджай начинается с А. Чувак, это все детали. Так вот, отныне... Ты лучший тату-брат из всех тату-братьев. Так вот, отныне ты лучший тату-брат. Ты, сука, повторяешься, падла, блядь. Ну, мне удачи. Не помешает. Бывай.
В общем-то, ребята, вот таким и должен быть настоящий шутан, настоящий веселый шутер. По крайней мере, где кроме стрельбы есть еще и покатушки вот такие вот веселые. Если бы весь Far Cry состоял вот именно вот из таких бомбовых миссий, так скажем, ну, я имею в виду бомбезных, охуенных, то есть, если бы весь Far Cry из них состоял, то в него было бы не скучно играть. Пусть бы продлился всего 8 часов шутер, да, допустим, а не 40 часов, как рассчитали разработчики. Это если даже не выполнять все задания, даже если выполнить... Ох ты, блядь! Вот такая же винтовка, как и в третьей части Far Cry. То есть... Педрильня. В общем, я что хотел сказать, сказал. То есть вот таким и должен быть настоящий шутер, чтобы он был веселым. И к тому же шутер должен быть не длиннее, там, допустим, 30 часов. Чтобы не надоедать и не скучивать. А здесь... Реально уже становится уныло. Блять, рыба-демон. Вот здесь, кстати, тоже можно под водой снимать шкуру с рыбы. Здесь нету акул, которые были в третьей части. Но, тем не менее, здесь также под водой можно снять шкуру с рыбы. Здесь есть еще аллигатор. Мне пару раз попадался аллигатор, но довольно редко. Какое-то болотистое мясо с ней, я не помню. Чего? Вот, испорченное мясо. А, ну правильно, винтовка-то снайперская, пиздец какая. Ага, блять, ну все, приплыли. На сегодня, ребята, все. Я просто хотел вам, еще раз говорю, показать, что является настоящим интересом, да, в шутанах, а не унылое говнище, блядь, по освобождению постоянных заложников и однообразные однотипные уебские задания тупые, блядь. Стоп, не убирает. Пока. Делайте подписочек на канал, ставьте лойсы. Всем пока.